Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Виктория. Вы издалека? С Киева. Принимаете участие в форуме по проблемам семьи. А что за эти полдня вам больше всего запомнилось, понравилось? Запомнилось и понравилось, что надежда есть даже в самых кризисных ситуациях. То есть если семья вот в разводе находится, и дети пострадали, то есть для этих детей есть надежда, если им оказана профессиональная помощь. И как, допустим, какими трудностями сталкиваются супруги при повторном браке. Они то есть кто отличаются. Просвещен, тот вооружен, да, получается, да, так? Да, потому что и такой брак нелегко людям, вот, которые решили, приняли решение быть вместе. Но повторный брак, он имеет еще более сложности. Не только в взаимоотношениях между друг другом, но и те последствия, которые принесли они, взяли эти последствия из предыдущих семей. Это отношения с детьми и даже с родственниками. Но и в этих случаях возможно счастье. Спасибо большое.